Настоящий гармонист должен играть любую мелодию по слуху моментально. Да? Но вот мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексей Егор Владимирович, 5 минут назад получил от меня задание подобрать на гармонии песню Кадышевой, что поет, как, зачем это лето, да? Включил я ему эту песенку, он прослушал, и прошло ровно 5 минут. Давай, Егор, что научился? По нотам бы сразу что хочешь сыграл, да? Но главное по слуху, настоящий гармонист по слуху. Компании вдруг говорят, сыграй такую песню. Напоют, и ты должен сразу сыграть, да? Вот тогда ты настоящий гармонист. Моя семья возрождает гармонию в Санкт-Петербурге. Чисто городские дети, 10 младших моих детей, все играют на гармонию. Но Егор впереди всех, у него больше свободного времени. Он может хоть раз в недельку да поиграть на гармонию, да? Так целый день занят, он на 15 инструментах играет. Но гармония это наш инструмент, славян, русов, да? Гоев, гой, еси великий молодец, давай. Или добрый молодец, да? Гой, наоборот, йог будет. Ну, пока мы гои.